Столичная администрация готовит программу праздничных мероприятий, которые пройдут в столице в честь 1 мая и Дня Победы. Событий запланировано немало, чебоксарцам и гостям столицы будет из чего выбрать. Празднование 1 мая в городе Чебоксар запланировано на нескольких площадках города. В парках культуры и отдыха, перед дворцами культуры, в библиотеках, но, конечно, главные события пройдут на Красной площади. Торжественные мероприятия откроют шествие. Но куда пойти не единственное, над чем думают сейчас члены оргкомитета. Особое внимание реставрации памятников, обелисков, мемориальных досок. К 1 мая завершат благоустройство памятных мест. Украшать город будут 29 и 30 апреля. Глава города Леонид Черкесов отметил, что праздничное оформление цветами клумб, побелку деревьев, восстановление газонов, мелкий ремонт дорог. Столицу необходимо привести в порядок вовремя. Хорошая организация праздника зависит от многих служб. Сбор участников и формирование колонн праздничного шествия также планируется в 9 утра. И здесь большая просьба сразу к ГИБДД в этом году перекрыть дорогу с 9 утра, потому что народ в большом количестве начинает собираться. В прошлом году в шествии приняли участие 20 тысяч человек. В этом году участников ожидается не меньше, отметили члены оргкомитета. Шествие колонн начнется ровно в 10 часов по правой стороне центральной дороги от сквера Чапаева до Красной площади. Данифа Тагирова, Александр Петров, Республика.